Всем бонжур, друзья мои. Четверг сегодня у нас. Говорят, окно приоткрой. И звук как из бочки в машине будет. Я говорю, холодно, ну его нафиг. У нас сегодня трагедия произошла. Машину с утра обметал. Зараза, щетка сломалась новая. Да что за шляпу делают? Ё-моё. Щеточка. Придется ехать в Кумены, покупать новую. Потому что зима еще долгая, а гребать придется много. Какую-то шляпу делают. Так, так, так. Усилить ее надо чем-то, да, купить. Она на резьбе вот здесь, вот этот кифт. Выкручиваться. Я там во второй магазин схожу, может во втором лучше щетки. Сейчас доедем. Сейчас сейчас чаю с вами попьем. Так, у меня когда-то шляпа пришла. Это знаете, что написано? Home Tools. Домашний инструмент. Интересно, что там за домашний инструмент. Я в школе учил немецкий. Зараза. Меня родители послали. У нас, говорит, дед учил немецкий, мы учили немецкий, ты учи немецкий. Мозгов-то не было, видать, ни у меня, ни у них. Но у меня-то ладно, я маленький. У родителей-то куда смотрели? И учил я немецкий язык. И когда пришел к нам интернет, я понял, что без английского языка в интернете делать нечего. В свое время еще когда там, лет 10 назад, может больше, когда там в 2000-х годах постигал азы интернета. Программы много переводил. Еще тогда спутниковый интернет у меня был. Занимались кардшарингом. Ну, воровали трафик с этого. Ой, кардшаринг, погодите, как она называлась? Рыбалка-то? Спутникова. Ну ладно, неважно. В общем, и сидел еще на спутниковом интернете. И вот я понял, что надо английский учить. Блин, я... Так мне тяжело было переучиваться. Это школьную программу, когда вбили в голову. И переучиться, выучить английский. Ну как выучить? Я до сих пор его учу. Это у нас кабеля скручивать, ребята. Вот такой жгут. Для 3D принтеров, для всего кабеля я тяну. И вот связки скручивать. Жгуты. Очень полезная штука, потому что у меня обычно на хомутике мы все эти провода сделаем. А здесь ее раз туда раскрутил и уклал. Да, и она уже, вот она бегает у тебя. Очень полезная вещь. У меня такая металлическая есть. А такой нету. Так, куда это мне? Давайте сюда бросим пока. Вот такие дела. И пришлось мне английский учить. Учил я СГУ ТВ, начальный курс английского языка, до сих пор у меня на компьютере лежит, Мария Борисовна Раренко, кандидат филологических наук. Вот я у нее учился. По 40 минут уроки, уроков много, блин, засыпаешь на уроки, а учить надо. Сейчас я занимаюсь полиглот, с Иркутска студия, в общем, по программам по ихним занимаюсь, и Rosetta Stone. На компьютере у меня есть, но я в основном на телефоне работаю. Rosetta Stone. Сейчас покажу. По ней шпарю. Ну так, не напрягаюсь, в принципе. Ролики-то смотрю и читаю. Но хочется в совершенстве овладеть английским. Думаю, лет за 5, может, осилю, если желание не пропадет. Вот такая программа. Кыш. Ай, только интернет стоит включить, и все, сообщениями заваливают. Я мало кому отвечаю. Ну, там по рекламе еще почему-то. А так, если начнешь болтать, мама, не горюй. Вот у меня продолжение. В общем, Rosetta Stone. Как вам показать-то, я не знаю. Ну, тут целая куча там уроков всяких идут. По ней занимаюсь. Там есть для бизнеса, есть для дома, для покупок, там, для торговли и разные направления. Я все прохожу. Ладно, поехали в бар, чайку попьем. И документ сгоняем, щетку купим. Зараза, Юлька сегодня уехала на учебу, она в Кирове учится на класс фортепиано, она учится еще на права, еще на художественную школу хотела идти. Я говорю, ты не успеешь, давай-ка следующий год фортепиано свое закончишь, тогда пойдешь на художественную школу продолжать там обучение. А то, говорю, ты что, ничего не успеешь еще и жить. Дома работать надо, деньги зарабатывать. Да, кто-то говорит, включи и жди, пока свечи через 3 секунды погаснут. Вроде ничего. Так. Пищит постоянно. Пристегнуться надо. Погнали, что ли? Что там сзади? Никого нету? Какой-то хер едет. Обгоним.
мы не помешаемся. Все, чаю попьем. А у нас тут белорусские автомобили стоят, за лесом приехали. Не знаю, показать неудобно. Может, видно будет заднее стекло, может нет. Попил чайку, а тут Сережа опять сидит. Пошли, Сергей, за сосисочками. Так, машину богоставим. Смотрите, какая мятина здесь. Кто-то новичок. Кому-то въехали. Студенты. Пойду Сережу накормлю, да документ сгоняем. Ему тут опять положили 200 рублей, потом 300 рублей. Вчера, по-моему, приходило. Так что Сережа сейчас живет с сосисочками. Кто-то говорит рыбу, да, и так у нас мороженое вся продается, у нас нету такой этой. Охлажденки или как она? Мясо тоже охлажденного не продают. Так что сосисочками ему не привыкать. Ух, и снега опять ее навалило, блин. Пойдем, Сережа. Опенька. О, собаки Сережу гоняют. Ну-ка, кыш. Напали на Сережу собаки. Давайте, кусочек дам. Сережа, сейчас тебе. Дадим тоже. Хватит всем. На. Сережа. Сережа, иди сюда. Кыш. Пошли, Сережа. Сережа боится. Пойдем. Кыш, беги сюда. Сережу несем домой. Собаки на нас напали. Пойдем, Сережа. Собак подальше, Сережу несу. Сейчас Барри его накормим. Чик-чик. Сережа, улыбайся, фоточка. Кыш, иди отсюда. Это та белая собака, которая к нам пристает постоянно. Пойдем. Иди отсюда. У Сережи хотят колбасу отобрать. Чунг, сейчас мы тебя, Сережа, накормим. В баре где-нибудь. Все, ушли. А вон она, Сережа. В общем, у Сережи сегодня проблемы. Собаки к ней пристали. Иди отсюда. Иди отсюда, кыш. Так. О, а тут смотрите, у машины еще и вперед разбит. Авария была серьезная. Пойдем, Сережа, не бойся. О, пошли давай, быстрее. Все, мы тебя там где-нибудь накормим, пока собак нету. Так. И сюда. Собака тут к нам пристала чья-то. Так, где тебя накормить? Видишь, собака тут. Ну-ка, посмотрим. Это берет ли она у тебя? Ты уже ела? Сейчас будем Сережу кормить, и собака хочет есть. Эта собака хозяйская, у нее ошейник есть. Да. Ну-ка, иди давай отсюда, кыш. Ты уже поела? Иди, иди давай. Девки, ваша собака? Сережа, ешь быстрее. Уж какая. Подождем чуть-чуть. О, пролезает под лавочкой. Хочет с тыла зайти. А вы можете нас снять? Зачем? Ну, просто нас. Могу. Сейчас кота покормлю только. И снимем. Собака чья-то пристала. Ты же уже ела?
Я ж Сережа, не бойся. Так, еще кусочек, Сережа, один. Иди давай отсюда. Иди чуть-чуть. Кыш, кыш. Всех не прокормишь. Будем ждать, пока Сережа проест. Я ждал быстрее, сейчас доберу до тебя. Это-то тоже жалко, но я и дал кусочек, хватит ей. Она вон там бежала. Чук. Чук. Кш-кш. Кш-кш. Эй, собаку пристали. Сережу отобирают. Давай, дай, дай быстрее. Брысь. Так, слушаю. Вас фотографировать надо. Ага. Еще с этой стороны. Давайте вас фотографируют так еще. Все, я несколько фотографий сделал вам. Потом выберите, какой надо. Все, что, поедешь со мной в Кумены? За щеткой. У девчонки вся машина измятая была. У меня и впереди все тукнуто, и, но и сзади. Я поехал в Кумены, прокачусь. А ты что будешь делать? Туда, что ли? Ну, поехали. Так, открываем. Собака, с нами поешь. Я сейчас, знаешь что, покажу товарищам. Поеду через Олимпийский мост. Что там? Недавно ремонтировали его. И что там они наделали, мерзавцы? Ладно, сейчас все покажу. Предлагаю пристегнуться. На экзамене надо говорить. Или попрошу всех что-то, пристегнуться. Что-то она это. Что-то она возит-то на болтику, что ли? Нет, не болтику. Это тяжело заводится? Да, так нормально. Нормально? Так. Там же этот датчик стоит на маховике. А? Он там сработает. Ну, это все говорят, большая машина. Такой радиус поворота. Да где она большая там? Более небольшая. Там-то и дело. Итак, дядю Витю сейчас до дома отвезем и поедем. До стольного града Кумен, районный центр Кировской области. Щетку искать. Что-то у нас здесь не продают, нифига. Безобразие. Ну, да, щетки поедешь. Ну да. За одним стажем наберусь вождение. Да покажу мост на Олимпийском, который раз еле проехал. Кто-то до весны он там не доживет. На полном приводе еду. Отключу, пожалуй. Че я здесь проеду? Нет, прямо. А вот там у тебя где-то разворот-то, да? Не, по этим-то штукам не отключать. Чего? Ну, будет заносить. Ну, будет, в принципе, заносить, так подключишь обратно. Здесь, да? Да. Я же забыл, где ты живешь, что ли? На Цветочной. Спасибо, сколько с меня? Первая поездка бесплатно. Давай. Все, ребята, едем в Кумены. Что будет? А, я сейчас камеру разверну, пожалуй. Ну ладно, сейчас я проеду и разверну там камеру. Покажу вам мост. Дима у нас тут с пассажиром сегодня. Погнали, Дима. Погнали, погнали. Ну вот, ходил потихонечку, досочки-то складывал. Сейчас что-то не знаю. Ты где, здесь на пилораме работаешь? Да я не работаю, я там подрабатывал, досочки складывал. Все, все равно какая-то денежка хоть нужна. А. Тут тоже варя-то маленько призанял. Думал, придет на той неделе, ну короче, перед праздниками. Звоню. А мы, говорит, из-за праздников только отправили тут. Я, короче, так, мне неудобно, думаю, даже что, думаю, вот сейчас сегодня пришло. Я возьму на почту,
Денег нет на почте, понимаешь, да? Взял последнюю мелочь, выгреб, короче, там. Че тазил-то кривой какой идет? Перекосило его весь. Лет-то сколько там, рамы там уже нет, наверное. Так, Дима уехал в милицию. Мы едем дальше. Пойду в магазин искать щеточку. В центре тут недалеко Автомир есть магазинчик. Там стоит. Сейчас зайдем посмотрим, что там есть. Опачка, взял мощную алюминиевую, без раскладуней, без всяких крутений, со скребком. Сейчас что делаем? 500, ой, 400 чем-то рублей. Едем, в столовую заедем, там Дима как раз в милиции показания дает или отмечаться, не знаю. И номера хочет еще сдать, а я пока пообедаю. Такие дела. Щетку купили за одним. Пойдем пообедаем. Что-то камера как-то кривовата у меня. Какая-то машина тут еще одна идет, блин, да что вы. Откуда вас никого не было, как выезжать, так и машины идут. Мерзавцы. Едем в столовую, друзья мои. Пообедаем. Раз уж приехали, столовка мне здесь у них нравится, как раз у ГАИ находится. Все четенько. Вроде больше мне тут пока ничего не надо. Вся машина под бобоком. Нормально, в любой момент можно заехать. Дороги, правда, у них тут. Ай, в районе. Ужас. В райцентре прямо. Все убитые напрочь. У нас деревня, наверное, лучше. Хотя у нас такие же. Тарантон. Кали у них здесь. Сейчас меня жопу немного закинуло. Обгонял грузовик. Из кали выкинул, чуть жопу повело. Еду на заднем приводе. Опасно. Владимира Юрьевича видел сейчас. На грузовой ездит с учениками. Не узнал меня. Долго жить буду. Смотрел, смотрел, то ему рукой машет, так и не опознал. Так, где у нас тут? А столовая. Заезжаем в столовку. Никого сзади нету. Нормально. Что-то тут машин сегодня столько. Сейчас мы где-нибудь припаркуемся за ГАИ. Разворот у этой машины, конечно, мама не горюй. Приехали, друзья мои. Сейчас я покажу. Все приехали. У ГАИ. Пойдем. Пообедаем, что ли? В яблоньку сходим. Мне еще надо зайти спросить. Сдали ли это? Экзамен 26-го у нас. Третий раз группа сдавала. Ну, из группы. Сдали, не сдали. Зайти посмотреть. Ладно, пойду пообедаю, схожу. Вешалок нету, как обычно. Одежду сложить некуда. Итак, 124 рубля у меня. Итак, курица, рис и это. Пообедаю, Дима звонил уже, говорит, сейчас приеду. Сейчас я его подожду, за днем обратно отвезу. Все, всем приятного аппетита. Я обедаю.
Сегодня прям курица холодная, блин. Плохо подогрелась. Угу. Холодная курица. Так, ничего. Все. Пообедали. Курица холодная, зараза. Ну ладно. Сейчас Диму подождем. И поедем дальше. Где-то бы мне выйти тут. Все, выезжаем с ГАИ мы пообедать. Сходили? Все, сходили. Машин нету. Замечательно. Все, домой едем. Едем на хаус. Да. На хаус. Дороги сами видите, какие у нас. Кумёнский район. Поселок Олимпийский. Деньги на воздух. Налогоплательщиков. Заляпали, все вылетело. Они снег убирают с бордюров. Смотри, как машины крадутся, видишь? Может, здесь как-то показывали, как они. Эго, мы тут на второй проскочим потихонечку, я думаю. Ну как вам, пацаны, дороги наши? Эх, дороги, пыль да туман. Холода, тревоги, да один обман. Ну как, Дима? Как я выступил? Едем дальше. Че, Дима, боишься? А наши-то дороги в речном тоже сейчас вам покажу. Только на Нивах ездить и на L200. Ё-моё. Музыку. Точно, я египтянин, да? Давай в машине. Давай в машине. Попрощайся с нашей достопочтенной публикой, Дима. Приехали мы. Всем желаю удачи на дорогах и берегите себя. Всем пока. Давай. Всем пока. Звони, если что. Все, поедем, чайку еще выпьем в бар. Да и все. Едем, едем. Ну как вам наши дороги? Вот такие дела. Так и живем. Как бы там камера не упала у меня никуда. Все, щеточку купил хорошую. А та шляпа была. Так, припаркуем автомобиль наш где-нибудь вот здесь. Дядя Витя тут кучу нагреб. И мне приходится ее сейчас объезжать. Стоп, машина. Приехали. Все, чайку, идем попьем. Все, на сегодня у меня утренний променад закончен. Всем пока, удачи. Пойду чайку попью. Увидимся. Здорово, ребята.